Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребят. Ага, полицейский стреляет в меня. Давайте вот эту фуру, которая посередине дороги стоит, просто уничтожим. Отлично, ах ты такой негодяй. Сейчас мы тебе съедим и машинку твою полицейскую беспомощную тоже. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы поиграем в Dino Destroyed City Escape. Ну что ж, давайте, возвращение динозавра в город. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте поиграем и посмотрим, что тут нам приготовила игра. Ну что ж, погнали, первый уровень, ребятки, и поехали. Так, видим, какой у нас динозавр. Так, нам тут пишет, для передвижения используют джойстик. Отлично, хорошо, давай. Отлично, поехали, быстрая атака. Ага, все, понял. Все, вот что нам нужно сделать, ребята. Нам надо съесть этого человечка. А, ну иди сюда, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот так вот, отлично. Отлично, отлично. Удар до хвостом. Ага, все. Понял я, понял. Удар хвостом. Вот так вот идем дальше. И разбиваем хвостом этот забор. Ускорение. Ага, все. Теперь понял я, где ускорение. Все, побежали. Побежали. Вот так вот. Вот, люди, давайте их хавать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Динозавр съедает всех. Давайте дом завалим. Вот так вот, давай, вались, 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 давай, отлично, побежали дальше. Ого, даже столб, ребятки, разорвались. Ага, вот, ребятки, военный вышел с автоматом на меня. А я ему сейчас покажу, смотрите. Иди сюда, вот так вот мы съели вместе с автоматом все его. Так, давайте развалим стенд, отлично, рекламный стенд развален. О, вот тоже люди, посмотрите, давайте их поседаем. Так, чем больше я хаваю людей, дорогие друзья, ого, даже машину съел. Чем больше я хаваю людей, тем круче получается, потому что динозавр набирается больше здоровья. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. Мы за определенное количество времени с вами заработали 3 звезды и переходим на следующий уровень Dino City. Так, пошли Dino City, возвращаемся, ребятки, в лобби, выбираем второй уровень, наверное, у нас уже, вот он. Так, ну что ж, побежали, ребятки. Вот кто-то тут собирает яблоки зерна. Ага, полицейские с автоматами. Давайте полицейскую машину разбомбим. Отлично. Побежали, побежали, побежали. Ого, я даже деревья валю, ребят. Посмотрите, с какой скоростью я могу бегать. А почему я застрял, что ли? Почему он назад не поворачивается? О, все, давай, беги, беги, беги. Да что ж такое-то, а? Вот так вот, все, побежал, побежал, побежал. Вон в клетке кто-то сидит. Птеродактиль, мне нужно его освободить. Ребята, давайте съедим одного полицейского. И освободим нашего друга. Все отлично, ребятки. Наш друг Птеродактиль свободен. И теперь он сможет... Так, мы даже забор, ребятки, умеем хавать. И теперь этот наш друг, ребятки, сможет не только... Ням-ням-ням-ням-ням, давай-давай-давай-давай. Ого, я туда не пройду, а как же мне туда пройти-то? Мне стрелка показывает, ребятки, посмотрите куда. У меня уже нету реально здоровья. Так. А, вот сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребят. Ага, полицейский стреляет в меня. Давайте вот эту фуру, которая посередине дороги стоит, просто уничтожим. Отлично, ах ты такой негодяй. Сейчас мы тебе съедим и машинку твою полицейскую беспомощную тоже съедим. Идите все сюда, злые людишки. Я спасаю своих птеродактилей сегодня в клетках, которые сидят. Так, побежали, 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 побежали. Давайте съедим и тебя съедим. Иди сюда, давай, давай, вот так вот. Все, ребятки, последнего птеродактиля мне, наверное, надо спасти. Так, идем с вами. Так, стоит не забывать, ребятки, что у нас динозавр Т-рекс, то есть тиранозавр, и он жаждет мести, ребятки, людям, которые пытаются его уничтожить.
Ага, вот и последняя клеточка, наверное, которую нам нужно открыть. Побежали. Полицейского съедаем с автоматом. Давай, давай, хавай его вот так вот. И полицейскую машину тоже разбиваем, ребятки. И клетку разбиваем последнюю. Отличненько, дорогие друзья, за что нам дали 3 звезды. И мы переходим с вами к следующему уровню. Так, 3-й уровень, ребятки, у нас уже накануне. И мы сегодня в этом уровне будем летать, наверное, птеродактилем, ребятки. Ага, все, понял. А, все, понял, понял. Нам даже надо деревья не зацепить. Ой-ой-ой. Да что ж я так разбился-то быстро? Я даже не прошел-то, а? Ну, это понятно-то. Тут я нажимаю вниз, пролетаю внизу под мостом. Летим дальше, ребятки. Летим дальше. Это просто, ребятки, замечательно. Так, одну ворону мы сбили нечаянно, но мы же нечаянно, правильно? Так, пока все идет, ребяточки, по плану. Собираем монетки и... Отлично, просто отлично. Так, нужно быть более внимательным. Ой, не сюда полетели, не в ту сторону. Так, опять сюда под низ пролазим. И что это? Это финиш. Отличненько, дорогие друзья. Заработали мы, конечно, не 3 звезды. Но это отнюдь, ребятки, не означает, что мы уровень не прошли. Мы его прошли с вами еще как. Так что мы продолжаем, ребяточки, игру. Поехали. Так, ребятки, новый уровень. Вот, почту даже чью-то мы разбили. Вот, человек пытается убежать. Так, вот дом, ребятки, который мне надо развалить. Давай, бей быстрее. Нет, дом я, ребятки, наверное, не разобью. Мне надо бежать по дороге. Вот они, эти военные. Давайте их съедать. Вот они, негодяи. Так, давайте обычных людей не будем трогать. А будем съедать только военных, которые хотят меня убить. Вот их уже трое, ребята. Ракетница летит. Ай-яй-яй, меня убили, ребята. А как же увернуться от ракетницы от этой, а? Скажите мне. А ну побежали, посмотрим с вами. Ракетница, ребяточки, это не шутки. Побежали дальше. Наш динозавр продолжает свой путь. А тут 3 военных выходят опять. Что же делать? Убегай, динозавр, беги! Беги, беги! Да что ж такое-то, а? Реально, тяжело убежать. Я не могу ничего сделать, ребят. Так, мне надо кушать, ребятки, обычных людей, чтобы пополнить себе здоровье. Давайте тогда возвращаться будем немножко назад. И съедим, где-то тут бегали люди. Чувачки, давайте их посъедаем. Вот. Все, мы возобновили свое здоровье. И теперь идем бороться с этими 3 полицейскими, которые будут базукой против нас, с ракетницей. А как же одно? Я одно не понимаю. Как же мне бежать, ребята? Ням-н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 ям. Всех съем. Ха-ха, вот так вот мы их обманули. Опять ракетница. Да что ж такое, все с ракетницами. Все с ракетницами, ребята. Я вижу, что дом, но они же в меня стреляют. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ай, убили меня. Да что ж такое, не успел я, ребятки. Буквально совсем немножко. Дойти совсем чуть-чуть. Недалеко, оказывается, было. Реально недалеко. Да что ж такое-то? Да что ж такое? Убили меня, убили опять. Так, давайте по новой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько. Отличненько, просто супер. Давайте, ага. Вы какие, вот вы какие, да? На. Так, а ну.
Где-то тут еще был. Немножко, конечно, неудобно ходить динозавром. Лучше бы сделали, если бы он был быстрее. Мог бегать. Было бы намного круче. Так, а здоровье я свое могу пополнить только, ребятки, если я буду хавать людей, да? Я не могу, получается. Вот, человечка сейчас съедим. И все, и таким образом пополним. Давайте полицейскую машину разобьем ее. Вот они идут все. Да беги же ты, ну как так можно? Почему он не бегает, ребята? Да что ж такое, а? Раньше же не попадали в меня, а тут начали попадать. Вы видели, сколько там полицейских, ребят? Реально много. Да давай, хавай резче. Так, поехали. Идем, идем, динозавром. Ну вот как, реально, они сразу меня убивают, я даже не могу спрятаться, ребят. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами заканчивать этот уровень и продолжим в следующий раз. Дорогие друзья, если вам понравилась эта игра, обязательно напишите в комментариях «Я хочу продолжение». Поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Если не понравилось, то так и пишите: «Юра, не нужна нам эта игра, снимай другие игры». А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, вы были на канале «Левичное детство». Пальчики вверх, подписка, пока-пока, ребята.